Для зуба требуется мясо. Нарезаем соломкой. Берите любое. В разогретое растительное масло в кастрюле. Ну, у кого есть казан, лучше, конечно, в казан. Выкладываем. И слегка его жарим. Мясо слегка поджарилось. Добавляем лук. Ставим на плиту и жарим лук до полумягкости. Лук прожарился до полумягкости. И добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. Перемешиваем все. Добавляем 3 вот таких средних натертых огурчика. Вообще-то их режут соломкой, но я предпочитаю натереть. Так. Все хорошо перемешиваем. Наливаем кружку воды. Ставим на плиту, доводим до кипения, убавляем огонь и тушим на медленном огне до готовности. Накрыть крышкой, конечно. Пока тушится мясо, обжариваем картофель. Мясо готово. Теперь выкладываем картофель в кастрюлю. Я ведь не солила. Солим по вкусу. Перчим. Чеснок и лавровый лист. Теперь все перемешаем. Накрываем крышкой и ставим на плиту на минуток 7. Все, азу готово. Ох, и ужин какой сегодня вкусный. А с капустой объедение. В этом году капуста у меня удалась. Всем приятного аппетита!